Отстань! Отстань от меня! Отстань! Так нечестно было! Очень нечестно было! Ну? Всем привет, ребята! Это снова я, Наташа. Добро пожаловать на канал Зелькоплей. Мы с вами сегодня снова играем в Evil Nun Maze. Продолжаем подниматься все выше и выше. Начать с того места, где мы остановились. Ну, давайте с 39 этажа и продолжим. Чё это мы? Ну, а с тебя, мой дорогой друг, как всегда, лайк и подписочка на этот канал. А мы с вами начинаем выживать и убегать от этой противной, мерзкой монашки. Между прочим, уровни усложнились, потому что стало сложно. Нам нужно, значит, найти сами два зеленых, синий и красный. Значит, пошлите, начинаем с зеленых. О, первый зеленый. Есть! Отлично. А где тетя наша? Тетя? Тетя? Я надеюсь, она не появится в ближайшее время. Потому что нахер она не нужна тут. Здесь еще такая сучка рядом с нами. Я так и знала! Я так и знала, что она окажется рядом с нами. Бежим! Ой, я нашла зеленую кнопку, кстати. Отстань! Мне нужна зеленая кнопка! Паника, 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 паника! Женщина, отстань! Хватит за мной бегать! Мне нужна зеленая кнопка! Я же ее потом не найду! Дай нажму на зеленую кнопку! Зеленая кнопка для меня, для ежа, ла-ла-ла-ла-ла. Да иди ты, ты чё? Да ты чё, в смысле-то ты как так? Она вообще видит нас. Это нечестно. Где эта петунья? И как мне быть? Мне надо там зелененький забрать. Так, когда музыка, это значит монашка рядом. Поэтому монашка идет в жопу. Да иди ты, чё, ну ты тут забыла? Так, сюда чеши, хомункул. Ужасная тетка. Синий. Где синий теперь, ребят? Синий. Есть контакт. Красный. Ребята, ищем красный. Так, код красный. Нашли красный. Есть контакт. Хорошо. Еще три, еще два красных. Иди же. Это нечестно было. Где музыка? Музыка не играла. Ты не играла. Да, ну я возродилась, как бы, понимаешь? Но это было очень нечестно с ее стороны. Она просто появилась передо мной, и все. Еще одна кнопка. Я даже не успела среагировать, понимаешь? Где ты? Кто-то. Кто-то, ты где? Да иди ты, что ты тут делаешь? Да достанешь ты уже! Господи, последнюю сраную кнопку нажать надо. И все. Можно я просто нажму последнюю кнопку? Спасибо. И уеду отсюда нахер. До свидания. Спасибо. Пишите письма. Увидимся с вами на следующем этаже. Как она поднимается, если лифт занят? Пешкодралом, что ли, чапает? Во какая, конечно. Ну ничего, у нас с тобой 6000. Пока что справляемся. Ну блин, реально сложно, когда она выходит из-за поворота, понимаешь? Такая типа просто, ку-ку, ёпта, как дела? Нормально, не родила. Давайте, что? Вот это у нас тут эта радуга получилась. Хорошо, надо начать с синего. Высри где-нибудь синий теперь этот, да? Синий! Ты где, синий? Конечно, мы его сейчас не найдем с тобой. Синий! 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 Привет! А чё она там? Какого хера она там? А где синий? О, синий! До свидания, я побежала. Я думала, тут тупик! О боже! Красный! Где красный? Да иди ты в жопу от меня, отстань! Каждый раз боюсь забежать в тупик.
Реально, каждый раз так страшно. Где сраная красная кнопка? Спасибо. Теперь мне нужна сраная желтая кнопка. Пожалуйста, подкиньте. Во. Хорошо. Да иди ты в жопу, бегает она. Не бегай по коридорам. Плохо. О-о-о. Лящемит. У-у-у, конечно. Такая мадама. Беготня у нее, знаешь. Крови, мне кажется. Нам надо найти желтый. Где желтый, мать его? Желтый. Желтый. Ты где? Гадский гад. Красный. О. Я ее слышу. Заткни рот свой! Зеленый. Отстань! Отстань! Фу-фу-фу! Фу-фу! Такой быть! Фу! Подошла ко мне втихушку, пердушка ты хитрожопая. Нельзя так делать. Слышь ты, псина сутулая. Ищем желтый, 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 желтый цвет санины. Как зовут тетю Нину? Тетю Нину зовут скотина. Заткни рот свой. Да беги, ты че застрял? Ты че? Застрял там в стуле. Давай постоим, подержимся подольше. Че нам действительно? Так, вот нам сюда. Все, до свидания. Блин, она прям жестит. Ребята, стало сложно жить, но мы с тобой все выше и выше, между прочим, без потери жизни. Прикинь, как классно с тобой вообще сейчас сделали. Я думала, все, не получится, а получилось. Получилось, фартануло и смоглось. 8000, ой, как хорошо, ой, как хорошо. 41 этаж, новинка. Спасибо. Насколько здесь все будет плохо? О, вот это хорошо, значит, желтый. Давайте найдем желтый побыстрее, пока не появилась монашка. Вот он, желтый, значит. Так, я слышу монашку. Я слышу монашку. У нее висит какашка. Вот, зеленый нам нужен. Бляха, ну и где вот она? Это же скотина хитрожопая. Она может быть где угодно. Мне нужно зеленых. О! Вспомни говно, вот и оно. Давай, 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 давай. Тик. Есть контакт. Так, зеленый. Где еще зеленый? Зеленый. Где ты? О. Ебой. Пошли искать еще. Да иди ты, что ты тут? Там мой зеленый был. Подожди, подожди. Я туда должна сейчас прибежать и его забрать, нажать. Что ты тут делаешь? Давай, давай, давай. Опа, отлично. Красный. Красный. Где красный? Красный, как попа макаки. Где был красный? Я при этом помню, что мы его где-то, когда вот так вот бегали, мы его видели. Вот он. Слушай, ну на изи прошли уровень, между прочим. Даже не напряглись, не обосрались немножко. Ну, почти. Так, а можно мы будем без подлагиваний, пожалуйста? Ладно, я пойду в эту сторону. Ладно, я пойду в эту сторону. Давай, давай, давай. Нам надо найти выход отсюда. При этом еще не попасться. Вот он. Ху! Вдох, выдох, и мы снова убежали. Вдох, выдох, и бабку нах послали. Вот это мы молодцы с тобой. Молочечики. Тем временем мы поднялись на 42 этаж. Обстановочка начинала накаляться. Так, 3 синих, 2 зеленых, 1 синий. Не, ну в принципе просто. Первый синий есть. Синий, иний, в попе, мартини. Зеленый. Нет, нам бы синий. Дайте синий по-братски, пожалуйста, кто-нибудь. Сейчас же появится. Бляха, что это такое было? Она где-то здесь. Вот она, коза! Она так это делает, хитрожопина. Там была кнопка, по-моему, ребята. Там была кнопка. Бляха, да беги куда-нибудь, идиота. Кусок. Так, это не то. Вот, вот она кнопка. Отлично. Зеленая кнопка. Нажимай. Мы будем нормально бегать или вообще как? Чё?
Ой-ой-ой, здрасте, мордасте, писю покрасьте. Я побежала и убежала. Я нашла синий. Но мне бы найти зеленый. Вот зеленый, кстати. Где она? Где она? Усюка. Я помню, что синий был здесь. Ой-ой-ой. Да как она так увидела? Глазастая. Глазастая, реально, ты посмотри. Как она это увидела, я не пойму. Бляха! Бежим, бежим, нас не догонят, нас не догонят. Монетки заберем и будем богаты. Я богата, я буду рада. Опа! Спасибо. Все, ребята, мы можем валить отсюда. Слушайте, ну уровни стали понапряженнее, как минимум за счет того, что вот эта вот монашка уже не такая уж и безобидная какашка, если честно. Да-да, я поняла, что ты life forever будешь вечно сосать, да. Дайте я, пожалуйста, отсюда сбегу. Где долбанный выход? Она меня перехитрила! Она меня О, привет, все, я поехала. Фу. До свидания, я буду писать вам письма и высылать открытки. Прибежала, ты видал к лифту такая, типа, подумала, что меня догонит. А ни хрена, мы шустры, мы быстры. Поехали дальше. Ух, денег-то сколько привалило, вот бы в жизни так. Новинка, 43 уровень. Что ж там будет на 200 уровнях, насколько она будет там жесткая? Мне кажется, там вообще будет жопа такая, что мы там будем с первого раза охеревать. Так, красный, значит. Красный, как нос алкоголика, надо найти. О, повезло. Супер, теперь нужно найти две зеленых сопли. Вот первая зеленая сопля. Кстати, ее очень выгодно будет сейчас нажать. Потому что если монашка бы за нами бежала, она бы была бы... Вот она, ёб твою мать. Вспомни говно, вот и оно. Побежали, нормально. Главное это не прогибаться под страхом этой говнины. Вот. А мы с тобой не из этих, кто боится. Так, бежим. Ищем синий. Я помню, что мы его где-то с вами видели, причем. Вот он. Отлично. Ищем еще один зеленый. Где бы ни был этот, падла. А ну выходи, падла. Синий. То есть зеленый. Это желтый. Вот он. Хорошо. И желтый прям рядышком. Хорошо. Выход. Где выход, мать его? Это я заберу. Это принадлежит мне. Не надо. Заткни рот свой! Господи! Зачем так орать? Я каждый раз боюсь. Да заходи ты! Сейчас получишь по голове, сбегай! Забегай и убегай, ну! Странный такой, типа, стоит там, сопли тянет какие-то. Ты чё? Надо нормально бежать. Ужасно, ужасно становится сложно. Мне кажется, возможно, на телефоне проще играть, чем через эмулятор, потому что на эмуляторе всё-таки подлагивает. Но все равно, ребят... Это капец. Значит, желтый, да? Она уже песню там поет. А где желтый? Бляха! Я только начала играть. Ты меня уже заметила, блин. А где желтый-то? Желтый. Нет, желтый, конечно, саный цвет, но чтобы вот настолько, чтобы его не было здесь нигде. Дайте в жопу отстань. Ты видишь, я ищу желтый. Я не могу найти желтый. Где он? Как думаете, ребят, где может находиться желтый? Зеленый и все. Ты вообще не поняла прикола. Такое ощущение, что желтого нигде нет. Ребят, нас обманули. Иди в жопу пошла. О! Побежали.
Мы бежали, кнопку красную нажали, а потом синюю нашли, развернулись и ушли. Третью синюю нажали и потом последнюю надавали. Опа, все, теперь зелененький осталось понажимать. Ну, слушайте, в принципе, расположение кнопок вот именно вот этих было очень нам на руку. Кстати, последняя кнопка. Изи? Не надо. Отстань, теть. У меня проблема, у меня уровень прогружался. Все, сбежали. Еще один уровень к нам в копилочку идет, ребята. Мы все выше и выше с вами становимся. Видал, какие мы с тобой молодцы. Я думаю, что нужно будет в конце этого видео посмотреть, какие мы улучшалки можем купить на ту сумму денег, которые у нас, в принципе, есть. Потому что мне кажется, что как бы уже пора об этом задуматься. Потому что монахиня все жестит и жестит. Все быстрее, все надоедливее. Желтый нужно найти, значит. Что ж мне с этим желтым так везет? Вот попробуй его высри. О! Спасибо. Теперь синий. Давайте искать синие. Где бы ни были эти синие. Зеленые. О, бляха, привет, подружка, кукушка. Да, детка. А все, я успел нажать. Опа, видала? Видала, как надо, а? Учись, пока я жива. Блин, там прям две зеленые кнопки, которые были мне нужны. Желтый надо. Заткнись. Желтый надо, а я что-то зеленый нажимаю. Ну, знаете, что-то я желтых нигде-то и не видела, если честно. Это какой? Желтый. Желтый. Бляха, да чё ты так тихо подошла-то? Отстань от меня! Я вроде не шумлю. Где желтый? Я найду этот сраный желтый, где бы он ни был. Вот он. Где? Только что здесь был. Отстань! Отстань от меня! Отстань! Так нечестно было! Очень нечестно было! Ну? Бляха, твою мать! Иди в жопу, дерьмо очкастое! Да идите вы в писю! Женщина! Давай. Опа, есть контакт. Все, уходим отсюда. Ну вас нафиг, я уезжаю. До свидания, пишите письма, я поехала. Слушай, реально напрягает прям, реально напрягает. 46-й уровень, вау, ребята. Мы все с вами ближе. Давай начнем с красного, давай, с красного. Собака, с зеленого, значит, да? Ну да. Попробуй найди теперь этот зеленый, да, где-то высри. Зеленый! Выходи! Спасибо, зеленый! Я не могу ничего делать, у меня зависает игра. И все. Красный, нажимай. Есть контакт. Хорошо. Да беги ты, ты че? Сейчас получишь по голове по своей глупой. Да где она? Да отстань от меня, слышь, что прицепилась, как банный лист, а? Да идите в жопу, вы тетя, пожалуйста. Давай, зелененький. Опа, есть. Ха-ха-ха-ха. Красненький. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это тут не надо сейчас было. Вот это было сейчас опасно. Но я все равно дожму. Да дожимай! Ты че? Быстро дожимай! Да иди ты в жопу, дерьмо. Ты чё развернулась? Дожимай кнопку! В чем твоя проблема? Дожми ты сраную кнопку, идиота кусок. Дожми! Спасибо. Я не знаю, какой-то дегенерат. Желтый надо найти. Где желтый? Желтый. Опять желтого надо искать.
Боже, она меня раздражает. Реально, эта женщина, она постоянно за мной бегает. Я уже не помню, когда в последний раз мы были с вами наедине. Друг с другом там, например. А где желтый? Желтый? Желтый ты где? Нашла меня, да? Искала она меня, бедная, несчастная, а? Потеряла своего мальчика. Только мальчик сейчас пойдет искать себе желтую кнопку. Блин, а где она? Вот она. Тройная кнопка. Я тебя ищу, 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 ищу. Тебя все нету и нету. Мы уже успели жениться, выйти замуж, родить детей, умереть, родить новых детей, вырасти еще раз. И вот это все. Все, сбегаем отсюда, ребята. Еще один уровень отправляется нам с вами в копилочку. Я просто этому рада, на самом деле, событию. Надо нам хотя бы до 50-го дотянуть. Осталось всего два уровня. Я думаю, надо постараться. Закончим сегодня 50-м левелом. 47-й этаж. Нас отделяет два этажа от 45-го. Ой, от 50-го, да? Вроде бы. Или сколько? Или три. Ну, короче, ладно. Зеленый нам нужен. Конечно, зеленый нашелся. Хорошо. Синий. 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 Синий, как нос у алкаша. Где ты, синий? Синий. Ой, я все свалила. Ну, ничего страшного. Пусть она знает, где мы бежали, чтобы это... Вот это приколюха. Тупичок. Чтобы ты заплакала, видал? О. Давай, беги, беги. Отлично, успели. Это называется опыт. На опыте, тварь, поняла? Ты так не умеешь, тебе так не уметь. Понятно? Никогда не сможешь. Потому что ты клювокрыл несчастный. Ой-ой-ой-ой, что это мы уронили? Там книжки. Ничего страшного. Вот это страшно сейчас было. Вот это сейчас было очень страшно. Так, синий нужен. Я помню, что мы где-то с вами видели синюю кнопку. Бляха. Ну все, приехали. О, синяя кнопка. А я тебя искала. Привет, родная, как дела? Нормально? Хорошо, я рада. Везет нам пока что. Так, желтая кнопка нужна. Прям позарез. Надо глючить. Вот она, желтая, раз. Где-то еще была одна желтая. Вопрос, где? Найди меня уже, тупица. Реально, когда она нас видит, не лагает. Я не знаю, может быть, это с чем-то связано. Она там кастует, знаешь, суперспособность. Чтобы увидеть негодного мальчишку или девчишку. Где еще один желтый рычаг? Это вопрос, который не дает мне покоя. Где он? Где вот он? Типа, деньги-то я собрала, я молодец. А где желтый рычаг? Она просто вышла на меня. Ладно, не буду я доходить до 50 уровня, потому что сегодня что-то пошло не так. Давайте посмотрим с вами на усиления, потому что я обещала вместе с вами на них посмотреть, что тут есть за усиления. Скороходы. Нажимание кнопки. Супермагнит притягивает деньги. Совершайте меньше шума. О, вот это я куплю. Вот это такое себе, мне нравится. Давайте еще купим. Нажимайте кнопки быстрее. Купим, совершайте меньше шума. Может быть, она нас будет меньше слышать. Давайте, давайте, побольше купим. Прям реально вкачаемся по максимуму. Вот. Теперь ручки, магнит. Что он делал? Собирайте предметы издали. В теории, не знаю. Злая монахиня входит позже в лабиринт. Давайте купим вот это вот, чтобы мы могли сделать с вами побольше всяких делишек. Ну и купим на оставшийся бюджет магнит. Вот. Вот это я понимаю. Улучшились. Увидимся с вами в следующей серии. С тебя еще раз лайк, с тебя подписочка. И увидимся уже очень скоро. Пока.